Всем добрый вечер. Пока подсоединяются к нашей видеоконференции, видеочату, немного хочу рассказать вам о том, что предстоит в ближайшее время. Как-то я потеряла возможность это говорить, забываю об этом, но сегодня решила вспомнить. Первое и самое интересное – это то, что каждый день в чате диагностика проводится практика. Ну, в ближайшую неделю точно она будет проводиться в 8 утра, для того, чтобы мы с вами поднимали вашу энергию, энергию жизни, энергию творения, да, и она заряжает нас на целый день. Мы там учимся и наполнять энергией наши желания для того, чтобы они исполнились. Сегодня, кстати, я загадала желание, и оно сразу исполнилось. Поэтому работает 100%. Второй такой важный момент и рекомендация для каждого, кто принимает участие в практиках, которые провожу я, это то, что в ближайшее воскресенье, то есть 10 числа в 10 часов утра, будет практика «Путь к папе». Очень важная практика для каждого из нас, потому что мы состоим все наполовину из папы, наполовину мамы. И отношения с нашими родителями влияют на нашу жизнь. И вот в это воскресенье будет платная практика в отдельном чате, в Зуме. Мы проведем практику «Путь к папе». У кого отношения с папой не очень, у кого с внешней реализацией не очень, есть вопросы с уверенностью в себе, с выбором чего-то в своей жизни. Вот это как раз практика будет для вас. И следующий такой очень классный, важный момент. Снова стартует группа «10 основ счастливой жизни», где мы прорабатываем все те нюансики и негативы, которые не пускают нас вперед, которые не дают нам проживать ту жизнь, которая у нас сейчас счастлива. То есть мы с вами в 10 основах счастливой жизни будем ремонтировать тот фундамент, на котором мы уже с вами выстроили какую-то свою жизнь, да, какой-то образ в своей жизни. Но это не значит, что этот образ вас устраивает. Так вот, 10 основ счастливой жизни как раз даст возможность поменять кардинально, конечно, если вы захотите, вашу жизнь полностью. И, конечно же, тоже немаловажный такой вопрос. Все, кто принимает участие в практиках, в диагностиках, возможно, в разборах, в любых мероприятия, которые провожу я буду благодарна каждому из вас, если вы будете давать обратную связь. Почему важно давать обратную связь? Когда вы благодарите за какой-то результат, за какие-то осознания, эти осознания у вас заякоряются, и с энергией благодарности у вас включается процесс трансформации. Это очень важный момент, кстати, я тоже недавно о нем узнала, и поэтому я сейчас даю всегда обратную связь, даже если это был минимальный какой-то инсайт, и сразу появляется новая какая-то информация, новая какая-то инструкция к тому, как, куда идти, что двигаться. Если будут вопросы в конце практики, большая звездочка, можно их задать, и я с радостью отвечу вам на них. Еще такой интересный момент. Практики – это, конечно, хорошо, но нужно делать, кроме практики, еще трансформации. Подумайте над этим и принимайте для себя решение. Ну а сейчас давайте идти в практику. Практика – большая звездочка. Закрываем глазки. Делаем глубокий вдох. Спокойный выдох. И снова делаем глубокий вдох. Спокойный выдох. На выдохе отпускаем все напряжение, свои мысли. Отпускаем свое тело, расслабляем его полностью. И снова делаем вдох. И последний выдох перед тем, как мы начнем основную практику. Представьте, что вы стоите босыми ногами на сырой матушке земле. Вы стоите там, где хорошо видно восходящее солнышко.
вспомните все те чувства, которые вы испытывали, когда вы видели восход. Делайте глубокий вдох. Вдыхайте эти чувства, это наслаждение, которое у вас есть. И на выдохе опускайте свое внимание из головы в сердечный центр. Вспомните все те чувства, которые были присущи вам там. И на выдохе отпускайте свое внимание в центр груди. И задайте себе вопрос: кто я? Получите на него ответ. Что я сейчас чувствую? Получите на него ответ. И что я сейчас делаю? Для чего мне это? И снова получите ответ и запомните его. И снова посмотрите на солнышко внутренними глазками. И проговариваем. Я обращаюсь ко всей Вселенной, и на каждом моем вдохе спереди я принимаю на свое физическое тело свет, удачу, успех. И чувствуйте каждую эту энергию, какая она для вас. Благополучие, благодарность, радость, развитие, изобилие, материальный достаток, хороший вкус, целеустремленность, понимание, чего я хочу и как к этому прийти. Новые интересные идеи и люди. Быстрое решение моих вопросов самым наилучшим образом для меня и для окружающего пространства. Жажду к знаниям. Искренность. И доверие к миру. И делаем вдох спереди, вдыхаем в свое физическое тело все эти энергии. А на выдохе через сердце посылаем во Вселенную свет любви своего божественного сердца и свое благодарю Вселенной за все, что я имею. И почувствуйте эти энергии в своем теле. И какая благодарность у вас Вселенной за все, что вы имеете. Самое главное, что имеете вы, это жизнь. За жизнь кому вы благодарны? Почувствуйте этот ответ у вас внутри. И продолжайте вдыхать эти энергии. И выдыхать божественный свет любви своего сердца. Кому вы благодарны за свою жизнь? Или не благодарны за то, что вам происходит? Что для вас больше отзывается? Благодарность или неблагодарность? И отметьте это для себя. На каждом моем вдохе справа я принимаю на свое физическое тело гармонию, мудрость, яснознание, яснопонимание, яснослышание,
ясночувствование. И на каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную божественный свет любви своего сердца и свое благодарю Вселенной за все, что я имею сейчас. И вдыхайте все эти энергии справа и чувствуйте, какие энергии отзываются у вас, а какие, возможно, нет. Какие вы энергии принимаете с легкостью, а какие говорите: «Стой, стой, ты мне пока не нужна, ты рано для меня». И отметьте это для себя. И представьте, что рядом с вами справа стоит мама, а рядом с мамой чуть дальше стоит папа. И все те энергии, которые вы сейчас просите у Вселенной, они идут через маму и через папу к вам. И вы наполняетесь этими энергиями. А на выдохе выдыхаете взамен божественный свет любви своего сердца и благодарность. И почувствуйте, кому же вы благодарны за то, что у вас происходит в вашей жизни, или неблагодарны. Какое чувство у вас возникает? И снова зафиксируйте для себя. На каждом моем вдохе сзади я принимаю бесстрашие, смелость, уверенность в себе, отвагу, убедительность, везучесть, честность, правдивость, целостность, справедливость, аккуратность, чувство защищенности и опоры, способность различать истину от лжи, осознание себя вольным и свободным. И вдыхайте все эти энергии сзади, позволяйте им встраиваться в ваше физическое тело, заполнять свое место. А на выдохе взамен посылайте как можно больше божественного света любви вашего сердца и свое благодарю Вселенной за все, что имею сейчас. Делаем вдох, выдох. И какие энергии встраиваются легко, какие энергии встраиваются не очень легко. Отмечайте это все для себя. И вы сразу поймете, в каком направлении вам двигаться. И представьте, что за вашим левым плечом выстраивается род мамы, а за вашим правым плечом выстраивается род папы. И все эти энергии, которые вы сейчас просите у Вселенной, проходят через весь ваш род. И ваш род усиливает эти энергии, наполняя именно теми знаниями, теми энергиями, которые нужны именно для вас. Это им помогло выжить. И это поможет вам дальше идти с уверенностью и жить той жизнью, которой вы сами хотите. И наблюдайте, как на каждом вдохе и выдохе ваше пространство вокруг вас выстраивается. На вдохе вы вдыхаете в физическое тело все те энергии, которые хотите. На выдохе посылаете божественный свет любви своего сердца и свое благодарю. И наблюдаете, как вокруг вас выстраивается сфера из света. Защитная сфера из света. На каждом моем вдохе слева я принимаю любовь к себе, радость. Прям прочувствуйте, любовь к себе, принимаю я это или нет. Прям вот так, любовь к себе, сделайте вдох отдельный. Хочу ли я что-то в своей жизни менять? Насколько я люблю себя? Или я готова катиться по своей жизни, куда потянет меня ветер, как перекати-поле? Или все-таки я готова меняться?
и вдохните эту энергию в свое физическое тело. Радость, счастье. Прям каждую энергию, которую вдыхаете, проговариваете, чувствуйте, насколько она отзывается у вас. Веру в себя, вот прочувствуйте, что это для вас вера в себя. Смогу ли я что-то изменить? Есть ли у меня возможность это поменять? Насколько я это хочу? Насколько мне это важно поменять себя? Надежду, преданность, нежность, доброту, целеустремленность, теплоту, заботу, милосердие, умение чувствовать и выражать свои чувства. И сделайте вдох, вот акцентируйте внимание, могу ли я проявлять свои чувства? Умение чувствовать себя и других людей. Просто получите ответ на это. Не делайте автоматически. Делайте осознанно эту практику. Это очень классная практика. Понимание того, чего я хочу и как к этому прийти, самым наилучшим способом для окружающего пространства и для меня. Принятие людей такими, какие они есть. Принятие себя таким или такой, какая я есть. И почувствуйте, насколько вы, вдыхая эту энергию, принимаете себя. Насколько вы принимаете людей. Или пытаетесь их осудить, дать им оценку. Прям отметьте для себя это. И на каждом выдохе через сердце посылаю свет любви своего божественного сердца и свое благодарю Вселенной за все, что я имею сейчас. И вдыхаем все энергии слева. И выдыхаем туда божественный свет любви своего сердца и благодарность Вселенной за все, что есть. И посмотрите, как вокруг вас еще больше увеличивается защитная сфера из божественной любви вашего сердца. Вы приобретаете защиту, естественную защиту, которая дана каждому человеку просто так. Берите и пользуйтесь. И насколько вы благодарны, и кому вы благодарны за эту возможность. И представьте, как рядом с вами слева выстраиваются ваши потомки по старшинству. Старший, младший, еще младший. И на выдохе через сердце посылайте туда энергию, которую вы получаете от Вселенной и от своего рода, от своих родителей. Передавайте с легкостью это своим потомкам. На каждом моем вдохе сверху я принимаю божественную энергию любви, божественное знание, божественное творчество, помощь Бога-Творца, поддержку Бога-Творца Всевышнего, Создателя, как вы лучше чувствуете, так и говорите. И на каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную божественный свет любви своего сердца и свое благодарю Вселенной. И поднимите сейчас руки вверх. Прям почувствуйте, как вам нисходящим потоком на вас стекает эта божественная энергия, заполняя все-все тело ваше, встраиваясь в каждую клеточку вашего тела. Встраивается божественная энергия, которая идет с неба просто так. Откройте свое сердце, откройтесь для Вселенной и разрешите этим энергиям входить в ваше тело, входить в ваше сердце, впускать ее с любовью и благодарностью.
а взамен мы можем отблагодарить Вселенную, посылая божественный свет любви своего сердца и благодарность за все, что мы имеем. Подышите, почувствуйте эти энергии, разрешите им входить в ваше тело. И еще раз посмотрите, насколько вокруг вас усилилось это защитное поле из безусловной любви вашего сердца, которое стучит в унисон с энергией безусловной любви Вселенной. И наслаждайтесь этим потоком. На каждом моем вдохе снизу я принимаю могучую энергию Земли. И сделайте вдох через стопы. Вдохните энергию Матушки Земли. Она всегда готова нам дать энергию. Нам только стоит у нее попросить. Представьте, как с вас, с ваших стоп слетают пластиночки, которые закрывают вам энергию от Земли. И вы начинаете чувствовать Матушку Землю. Вы сразу провариваетесь по щиколотке, и ваше соединение с Землей становится намного мощнее, намного сильнее. Матушка Земля чувствует вас. Матушка Земля видит вас и дарит вам с любовью свою энергию, свою защиту, свою поддержку. Делаем вдох и принимаем в свое тело могучее здоровье, умение слушать и слышать, смекалку, невероятную помощь нашего земного рода, поддержку предков. И на каждом выдохе через сердце посылаем во Вселенную свет любви своего божественного сердца и свое благодарю Вселенной за все, что имею сейчас. И делаем несколько вдохов и выдохов, наполняемся этой энергией и отпускаем во Вселенную божественный свет любви своего сердца и свое благодарю. Делаем вдох со всех сторон, вдыхаем эту энергию со всех сторон. И выдох во все стороны. Наполняемся этими энергиями, наполняемся энергией рода. И чувствуйте, как с каждым вдохом и выдохом сфера вокруг вас из божественного света и божественной любви увеличивается, и вы становитесь невидимыми для темных сил. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Вдыхаем и выдыхаем во все стороны и проговариваем: «Я есть свет и любовь. Я наполняюсь радостью и удачей. В моей жизни все в норму, в меру и вовремя. Я люблю жизнь, жизнь любит меня. Вселенная ко мне благосклонна. Я люблю людей, люди отвечают мне тем же. Я живу в потоке живого времени. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. И что вы чувствуете именно сейчас? Нырните сейчас внутрь себя, в свое сердечное пространство. И задайте себе вопрос: что я сейчас чувствую? И сравните с первым чувством, которое было перед практикой. И возвращаемся с вами туда, где мы стоим, лицом к восходу солнышка. Посмотрите на это солнышко и задайте себе вопрос: что я сейчас делаю?
что я хочу в своей жизни поменять. И попросите подсказку у своего сердца. Оно все знает, куда вам двигаться, как вам двигаться. И примите решение, что вы с сегодняшнего дня начнете принимать какие-то действия, что-то делать, что-то менять, куда-то двигаться. И к вам обязательно все придет в нужное время. И вы примете решение, куда идти, для чего идти, что делать. Делаем вдох-выдох. И открывайте свои чудесные, прекрасные, наполненные светом глаза. Если кто-то хочет поделиться, как прошла практика, закрепить результат, то есть включить микрофончик и высказать свою обратную связь, будет очень круто. Добрый день. Очень рада. Прошла прекрасно. Чувство покоя, спокойствия, умиротворения. Все чудесно. Благодарна. Благодарна потоку. Очень все ровно, спокойно, красиво. Всех благодарю. Вас, Оксаночка, и весь поток. Благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю вас тоже за обратную связь. Благопринимаю. Отлично. Когда вы даете обратную связь, это же тоже радость, понимаете? Я ж провожу практики, дарю вам энергию свою, соединяю вас с энергетическим потоком, а вы мне, пожалуйста, скажите благодарность. Больше никто не почувствовал ничего, да? Спрятались. Я немножко тут на работе, но я все равно, я хоть с открытыми глазами, но я делаю все равно, я с вами практически всегда. Отлично. А у меня, знаете, какое что было? У меня была радость, спокойствие и радость. Угу. Радость это замечательно. Ощущение какого-то на самом деле наполнения и целостности. Не то, что ты там раздроблен, все время куда-то бежишь и что-то там такое, а прямо целостности и спокойствия и радости. Отлично. Супер, супер. Благодарю. Прямо супер, на самом деле супер. Угу. Очень благодарна. И я благодарна за обратную связь. Благодарю. Это было правда. Состояние целостности – это очень важно. И для каждого из нас, когда мы не разъединены внутри, когда у нас нет внутреннего раздора. Когда вы чувствуете эту целостность, это замечательно. Это вообще чудесно. Хорошо. Благодарю. Оксаночка, спасибо. Практика, как всегда, супер. Но в конце практики все было хорошо. В конце практики полностью заложила горло. Полностью. Прям так хотелось. Ну, так вот. И что это для вас? Придавило. Ну, я думаю, это... Я сама себя завела, у меня с сыном немного проблемы, я с этим живу. Видать, в конце я приняла его глубже. Ну и хочется опять поплакать. А так прекрасно, очень хорошо летала, как-то где-то не здесь. Какое чувство всплыло с сыном? Я так думаю... Ну, в общем, 3 месяца он мне не звонит. И я чувство вот... обиды? Чувство обиды? Да, да, обиды. Ниночка, 10 основ вам в помощь. Спасибо. Прям поставьте сына и разберите эту ситуацию с ним. Благодарю тебя. Очень она красиво. Где-то глубже у вас сидит. Да, она, видать, глубоко. Ну, попробуйте вот по практике, да, по практике 10 основ. Ага, сейчас включу. Да, прям вот пройдитесь, это можно эту практику вам сделать с сыном аж бегом. Хорошо.
Но там глубже. Посмотрите, кто за сыном стоит. Попробуйте с сыном сначала разобраться с обидой. Угу. А потом посмотрите, кто за ним стоит. Потому что это глубже. Сын вам транслирует вашу какую-то программу. Кто в детстве недолюбил? А мама. Мама, как всегда. Ну, туда, это вас назад немножко отнесло. Вернитесь к практике и доработайте ее. Хорошо. Угу. Благодарю за обратную связь, Нина. Вообще, благодарю. Малочка, можно мне? Да, пожалуйста. Я тоже на работе, но в практике была. Просто вот понравились вот эти вопросы. Кто я, что ты чувствуешь? Красоту, счастье, радость. Все чувствовала, все божественно. Благодарю. С вами всегда божественно. Благодарю тоже за обратную связь. Видите, работа – это не помеха, главное – желание. Так само, как и что-то изменить в своей жизни. Нет помех, мы сами себе создаем. Это есть внутренний саботаж, когда мы сопротивляемся к переменам. И очень важно разобраться в этом. Увидеть, что будет самого плохого, если я начну меняться. Потому что делая просто практики – это наполнение. Но вы не работаете с причинами того, что в вашей жизни что-то не получается. Поэтому обратите на это внимание и дайте себе ответ, хочу ли я что-то в своей жизни поменять. Это касается всех, не только вас, Алён, да? Это просто как... Это для всех. Все, что в нашей жизни нас не устраивает, имеет под собой причину. И одни практики энергетические, они просто дают поддержку, но они не дают возможности быть переменным. И очень рекомендую, прям еще раз рекомендую всем пройти 10 основ. Прям это тот курс, который должен пройти каждый. Мы раньше этого даже не понимали, как с этим работать. А 10 основ, это я сама, когда прошла 10 основ, я просто знаю, насколько это классно и глубоко работает. Поэтому думайте над тем, что я могу сделать для того, чтобы моя жизнь изменилась. Или не изменилась. Это тоже вам можно. Можно меняться, можно нет. Так, хорошо, благодарю. Еще кто-то хочет дать обратную связь? Может, вопросы какие-то есть? Я, Татьяна. Да. Хорошо. Я благодарю за эту практику. Все энергии шли очень разные, которые-то энергии прямо тонкие такие входили, некоторые теплые, это и горячие энергии даже были. А когда рот сзади, такая опора пошла сильная. Угу. Все и такая аж наполнилась, пошла энергией. Супер. А все энергии слезы пошли. Слезы, благодарности, это классно. Все энергии принимали, которые перечисляли. Да, да. И такое, что надо идти вперед. Супер. У вас хороший боевой настрой, Татьяна, это классно. Вы большая умничка. Хорошо, всех благодарю за обратную связь. Даже тех, кто не дал обратной связи, все равно всех благодарю за участие, за поддержку потока. У нас тут есть два мужчины, им отдельная благодарность, потому что мужчины всегда усиливают поток и придают некую такую эксклюзивность практике. Уже заодно то, что они с нами, можно... Просто благодарить Вселенную, что к нам пришли мужчины на практику. Хорошо, всем тогда хороших дней, недели. И до вторника, в следующий вторник тоже будем делать практику. Приходите, наполняйтесь. Всем пока.